Какой я админ? Ты совсем дебил? Какой я админ? Ты, сука ебаная! Какой я админ? Я не админ! Все, пошел ты нахуй! Вот, собственно, я летаю, невидимый. Он не знает, что я здесь. Вот, он меня не видит вообще. Я карауливаю дом. Он уже, вон, долбит, что он приютит. Даст алмазы, его скайп. Димас Лусенко. Так, ну что ж, я его сейчас добавлю. Это дюпер. Вот, небольшой, не сильный дюпер, но дюпер. Вот, у него алмазы. Все, пожалуйста. Вот он маленько не вкуривает, что происходит. Ну и ладно, пускай думает, что это баги. Вот, и дом у него прям тут из алмазов. Сейчас, короче, будем ему звонить. Наблюдайте, главное, чтобы он никуда не ушел. Я палюсь перед ним. Вот его тоже алмазная фигня. Здесь трамплин какой-то. Ну так не бывает у обычного человека. Все, сейчас им будем звонить. Скайп Димас Лусенко. Все, вы сами можете ему звонить. Убедитесь сами. Все, звоним. Звоню, вот. Добавил Димас Лусенко. Дмитрий. Вызов. Алло. Алло. Ты... Тебя там надо приютить. Ну да, я тебя в скайпе. Димас Лусенко, да? Как-то там записан. Да. А, так. А, ну, у меня только с собой особо ничего нету. Ничего страшного? Да не, ничего. А зачем тебе надо, чтобы ты меня приютил? Ну, как бы, чтобы мы выживали вместе. Мне тут скучно одному. А-а-а. А чё, мне что-то делать придется или как? Ну, вместе в шахте будем работать, деньги зарабатывать, делить на друг друга. А, это я люблю. Ну, выживать. У тебя дом есть, да? Вообще, что за дом? Ну, да. Ну, такой не особо и большой, ну и не маленький. Да. Ну, тогда давай я к тебе сейчас прописываю. Какой у тебя ник? А, Дима... Какой у тебя ник-то? А, вон, Димас. Кол, Ди... Я просто недавно на сервере, не знаю, как все команды работают. Вот, я прописал тебе телепортацию. Угу. Давай, жду. Я на спавне. О! О! Ух ты, в алмазной броне. Да это только вот мне сейчас на спавне там кинули. Там какой-то... Да, админ раздачу делал. Реально. Прикольно. Нифига у тебя какой этот целый большой. Да, тут админ понаставлял. Да. А я маяк сделал. И вот этот маяк алмазный. Ты сам сделал? Ой, вот этот трамплин, что это такое? Ну, это как бы бассейн такой. Бассейн. Нет, вот, из алмазов у тебя. А, это батут. И что, не жалко было алмазные блоки? Да не. Охренеть. Ну классно, у тебя дом, я не думал, что у тебя такой. Ой. Так. Слушай, ну ты меня... Пошли, наверное, в дом. Да, в приват пишешь или как? Чё, мне хочется здесь что-то делать? Ага, хорошо. Так. Сейчас. Я не могу у тебя сундуки открыть. А ты мне дашь, может, орудия какие или чё? Хорошо, сейчас дам. Дашь? Давай. Слушай, у тебя домик в хорошем месте, кстати, построен. Угу. Смотри, у меня тут есть подвал с алмазами. Это... Какой подвал? А как войти туда? Дверь вот эта? Нет, вот, смотри. Вот, видишь этот люк? Становись на него, я сейчас тебе покажу. А что там? Алмазные блоки там дают. Какие алмазные блоки? Ну и чё? Ой. Тут нет алмазов. А ты посмотри хорошо. Куда посмотреть? Тут нет алмазов. Эй! Люк открой. Нету? Я задохнуться так могу, открой люк. Тут нет алмазов. Или тут, может, кнопка какая есть? Тут вода. Там кнопка потайная. Какая кнопка? Здесь нет никакой кнопки. Или может быть, что делать-то? Ищи там подвал. Я умираю. Подожди, я не нашел. Открой люк, я умираю. Блин, я не могу открыть. Почему? Я еще умру.
Не знаю. Я сейчас умру. Мне там алмазный этот блок был, Слушай, у меня алмазный блок там был, верни, пожалуйста, я умер. Вот я пришел. Вот я, верни мои ресурсы. Нет. Они теперь мои. Ну ты меня в приват же вписал, я сейчас заберу у тебя все. Ты че меня в приват не писал? Ты же сказал, ты меня в приват пишешь. Убей этого зомби, он бесит меня. Он ничего убьет, помоги мне. Как нет, ты же вписал. Верни ресурсы, Я ща админу нажал. Да нет твоих ресурсов больше. Я ща админу нажалуюсь, верни ресурсы мои, Да мне насрать на твои ресурсы, отвали. Ты охренел что ли, Нет, я не охренел. Какого фига ты вошел в мой дом? Ничего я не вошел в твой дом. Я тебе стучусь. Верни ресурсы. Я сейчас последний раз тебе говорю. Или бы я админу позвоню сейчас прям. Пожалуйста, ты понял? Верни ресурсы мои. Ресурс верни. Да я этому даже не верю. Все, я нас... Ты нахрен! Я наспаун. Все. Ну и вали. Сейчас... Ты только из скайпа не уходи. Я сейчас напишу админам. Да хорошо. Все. Что они мне тут сделают? Они тебе это, вынудят мне ресурс отдать. Не вынудят. Это PvP сервер. И чё? Ну и то. Чё, ну забрал ресурсы. Что? Откуда это? Сейчас я админу напишу, ты понял? Я вот уже пишу одному. Фламер зовут его, понял? Я сейчас Фламеру напишу. Ты что-то творится? Все, сейчас впишу администрацию. А что мне тут дра? Тут было блоки светопыли. Какие блоки светопыли? Блин, Фламер не отвечает. Да что такое-то? Я откуда? Чё за фигня? Кто это сделал? Чё не так? Мне тут разрушается все. Да блин, да чё Фламер-то нет? Блин. Слушай, сейчас, погоди, на спам, я жду администрацию. Второй сундук! Чё второй сундук? Стихали! Он сломался сам. Кто сломался? Сундук. Как? Не знаю. Взял и сломался. Слушай, это... Я знаю, что это. Я знаю. Это... Баг сервера. Сейчас восстановится все, не переживай. Все, нормально. Вот, уже восстановится. Вроде должно восстановиться уже. Ты главное посмотри предыдущие сундуки, чтобы порядки были. Офигеть! Что? Как? Это только может делать админ. Какой админ? Тут нет никого, посмотри, на тап нажми, никакого админа нет. Чё там, я сейчас... Не знаю. Я, слушай, можешь тебе помочь, но ты мне ресы должен вернуть. Да не отдам я твои ресы. Ну, так, я не знаю, ты злой какой-то. Я сейчас обижусь на тебя. Я всем своим друзьям расскажу, что ты злой. Да ну и похрен! Кто меня бьет? Да я знаю, кто тебя бьет. У меня есть волшебное яблочко. Все, слышь, я админу написал, он отвечает мне. Блин, кто меня убил? Я админу написал. Но он еще не на сервере, я не знаю, кто тебя убил. Мои ресы. Да блин, на! А что происходит? Да меня кто-то бьет. Кто бьет? Давай, напиши. Я не знаю. Слушай, здесь читеры, что ли, какие-то? Не знаю, мой дом тут разломали. Слушай. Ресов нету. Нету ресов? Да ладно. Подожди, у тебя все ресов. Все ресы, которые были, они все исчезли? Нет, в сундуках есть, но нет. Посмотри, может раздача какая-то происходит, я не знаю. Тут просто если баг происходит, я знаю, тут ресурсы возвращаются потом постепенно. Ух ты, откуда тут алмазы падают? Класс! Тебе алмазы падают?
Да, алмазные блоки. Блин, поделись со мной. Да нет. Поделись серьезно. Нет, а кто меня опять бьет? Я не знаю. Блин! Че не так? Меня опять кто-то убил. Нет, да ладно. Этих алмазных блоков. Откуда тут вода? Откуда? Какая вода? Я там строил на воде. Да ладно. Офигеть, у меня этот пол заделали алмазными блоками. Опять нету, да вы задрали. Да что происходит? Скажи, ты достал, я тебе помочь даже не могу. Да мне тут пол ломает кто-то. То ставит алмазными блоками. Слушай, дом сломали. Я тебе сейчас по секрету скажу, что надо прописать, чтобы весь пол был из алмазов. Сказать? Ну, говори. Надо написать в чате просто цифр, комбинацию цифр, это как код. 1, 7, 8, 6. Напиши просто. Обязательно. 1, два раза так напиши. 1, 7, 8, 6. Пиши. И еще раз. Написал. Сфига ли у меня тут дом исчез, пол. А ты написал, что я просил? Да. Я не знаю тогда почему. Должно быть из алмазных блоков. Я не должен был обмануть, я код этот реально знаю. Офигеть, у меня теперь пол из алмазных блоков. Реально? Да! Да! Реально! Ну вот, ну чё, отдашь мне ресурсы, я поделился с тобой. Нет! Сфига ли он у меня опять исчез? Не знаю. Там... хоть нормальный пол. Слушай, выйди на улицу, мне говорят админы, что они прилетели, сейчас тебе будут показывать кое-что. Сфига ли у меня какой-то тут член? Не знаю. У тебя член там какой-то? Да. Да ладно. И что теперь делать? Главное, чтобы дом был в порядке. Это самое главное. Что не так? Что с тобой произошло? Мой дом! Какой дом? Мой дом! Прими это, прими кол, я сейчас приду к тебе. Я сейчас разберусь. Я с админом. Принимай. Принял? Да. О, я здесь. Да ладно, а где твой дом? А? Нет моего дома. Да ладно. Блин. А чё у тебя зажигалка? Чё ты можешь зажигать огонь? Это может только админ делать. Почему? Почему? В смысле только админ? Ну потому что я... Ай, зачем? Стой, я тебе... Куда у тебя алмазный... меч! Да, офигеть! Так у меня же на спавне раздача была. Да она недолго все время. Какая недолго? Недолго раздача бывает. Я сейчас напишу админу тебе... Слушай, я не знаю, что это. О! Да дом! Он! Ура! Вернулся твой дом. У тебя в сундуках... У тебя вещи восстановились в сундуках? Да. Да ладно. Нихер. Нихер. Нихера себе. Сфигали! Ну как? Да блин, да вы задрали! Написано, ты умер! Как тебе помочь? Ой, ты опять умер! Написано, убили Димас! Админ! Какой я админ? Ты совсем дебил! Какой я админ? Ты, сука ебаная! Какой я админ? Я не админ! Все, пошел ты нахуй! Мудак! Тварь! Классный я грифер, да, Вася? Дорогой бичу, друзья мои! Одо, приходите, Одо установлен! Я не жлоб, ребят, приходите, забирайте эти алмазные блоки! Все у вас много, вы поделитесь друг с другом, я знаю, что никто не поделится! Приходите, вар Одо!